Сам я из Башкирии, татарин, алхамдулиллях, мусульманин. Дело в том, что несколько лет назад я начал интересоваться исламом, глубоко изучать религию, общаться с мусульманами, ходить в мечеть и столкнулся с жестокой реальностью. Дело в том, что мусульман жестоко притесняют. Их избивают, фабрикуют все дела, им подкидывают оружие, наркотики. Благодаря некоторым представителям спецслужб их увольняют с работы, отчисляют с университета, им не дают спокойно жить, исповедовать свою религию и так далее. Лучше, в частности, это вот Гаянов Булат, политзаключенный, да, это тот самый политзаключенный, который был в списке тех, кого требовали освободить на Болотной площади. Да? Он 7 лет отсидел, скажем, за свою идею, да, и за незаконно, да, отсидел по сфабрикованному делу, ему подкинули оружие и так далее, да. Этот молодой человек, зовут его Рядинский Виталий, он также шел по одному делу с Гаяновым Булатом и отбыл срок в районе 7 лет, тоже по тому же сфабрикованному делу. И они как бы коротко могут о себе сами поведать в двух словах. Силовики действуют по излюбленной системе. Приходят с обыском, подкидывают литературу, арестовывают. А то и дело подкидывают даже и оружие с наркотиками, да, арестовывают, избивают, да, с целью, чтобы того, чтобы как бы, мусульмане дали ложные показания против себя и своих близких. А затем сажают в тюрьму совершенно невиновного человека только лишь за то, что он говорит «мой Господь Аллах». И мусульмане, они ведут здоровый образ жизни, имеют свою точку зрения, здоровую волю, да, и это, скажем, ненавистно, да, некоторым людям. Вот, и вспомним недавние события, да, скажем, всего лишь на той неделе в городе Туймазы произошли обыски у 4 мусульман, да. Опять же, подкинули литературу, арестовали, избивали, скажем, да, применяли физическое насилие, оскорбляли, да, и завели уголовные дела. Или же вспомним, например, Лутмана Вайрата, да, который сидит в Челябинской области по сфабрикованному делу. Да, ему подкинули оружие в 2008 году, он сидит. Недавно его вывезли на территорию Свердловской области, жестоко избивали с целью того, чтобы сломать его и чтобы он дал ложные показания против себя и своих близких. Или же, например, взять, скажем, женщин, тему женщин-мусульман, да, они даже их в покое не оставляют, скажем. На 3 женщин-мусульман завели уголовные дела, у которых мужья на сегодняшний день уже отбывают наказание по сфабрикованным делам. У одной из них 4 детей, у остальных 2 по 2. Как можно назвать женщину-мусульман, которая является эталоном скромности, да, и экстремистской, террористской, да, и так далее. Видя все это, как бы, видя весь этот беспредел, я, так как являюсь мусульманином, да, и мои предки читали молитвы, да, являлись богобоязненными мусульманами, да, я являюсь ихним потомком, исповедую религию Всевышнего Аллаха, да, я не могу смотреть на это равнодушно, да, и бездействовать. Я взял на себя ответственность защищать мусульман и отстаивать их права. Ибо на сегодняшний день мусульмане оказались в таком положении, что им некуда обращаться, да, даже если они обращаются, они видят, скажем, безнаказанность силовиков, да, и отписки те или иные, да, и
и на сегодняшний день они не имеют ни квалифицированной юридической поддержки, ни поддержки со стороны правозащитных организаций, ни поддержки со стороны представителей власти и так далее. То есть остались в безысходном положении. Мы официально еще не зарегистрированы, так как в Башкирии зарегистрироваться представляет собой большую проблему. Минюст открыто заявляет, что наши намерения тщетны и бесполезны, ибо сверху есть указания о противодействии тем людям, которые пытаются зарегистрироваться. На сегодняшний день мы действуем на основании устава и учредительного договора. Да? Есть как бы офис, есть сайт, куда можно будет обратиться. Да? Ну, в частности, мы уже второй год как бы оказываем, да, просто мы с недавних времен официально как бы, да, заявили о себе. Есть обращение, в котором мы подписались, да, обращение от имени правозащитников, да, обращение к общественности против беспредела силовых структур. Да. А нас уже знают, скажем, да, в регионе, да. Теперь решили мы осветить эту проблему уже в Москве. Ибо Башкирия, она находится как бы в отдаленном, скажем так, месте от Москвы. И многие проблемы и реальные случаи не доходят, да, до нужных людей. Мы работаем, в частности, в городе Уфа, в республике, да? Башкортостан. Да. Ну, тесно контактируем с соседним регионом, в частности, Татарстан, да, там похожие ситуации. Да. И на сегодняшний день Башкирия с Татарстаном, подобно второму Кавказу, да, хотят сделать, скажем, провоцируют, да, и фабрикуют дела с целью того, чтобы опорочить, дискредитировать мусульман и уже, как бы скажем, бороться с ними открыто. Да? Вот такая ситуация. На сегодняшний день, скажем, налаживаются контакты с мусульманами, с правозащитными организациями всех регионов России. Мы намерены объединиться, да, и противостоять этому беспределу злобы. Могу что добавить. Арест был в 2004 году. Дело было полностью сфабриковано. В отношении нас применялось насилие. В тюрьме, в следственном изоляторе, была организована суточная камера, где были попытки выбивать признательные показания. Да? В частности, пострадал мой отец, его очень сильно избили в этой камере. Удалось ему вывести это, ну, наружу, да, за пределы тюрьмы, через адвоката, было медицинское свидетельствование. Ну, на суде это проигнорировали полностью, да, то есть не приняли его внимания. По уголовному делу нас проходило 9 человек, 9 человек осудили. Все отбывали наказания в разных регионах страны, то есть нас раскидали по всей стране. Ну, как будто мы совершили какие-то преступления, да? Гостные преступления. Какие-то, да, какие-то очень страшные, какие-то особо тяжкие. Хотя на самом деле мы не террористы, никакого насилия мы не делали, ни захвата власти, ни, я не знаю, не то, что нам там, ну, скажем, в уголовном деле проходили такие обвинительные, да, призывы к терроризму, экстремизм, запрещенная литература экстремистского содержания. Вот такое вот. Доказательств нет. То есть это какие-то, ну, надуманные, да, то есть вот, может быть так, 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 и поэтому, возможно, такое, да. Ну, у меня был срок 7,5 лет, статья 210, часть 1, да, особо тяжкая статья. Помимо этой статьи была статья 205, прим. 1, в то время она в старой редакции, это было вовлечение в террористическую деятельность. У подельников моих по уголовному делу применялись также 210 статья, 205 прим. 1, 282 статья, да. Ну а срока такие, вот у меня 7,5, у ребят были по 8, 8,5. Моему отцу дали условный срок, 4,5 года. Вот. Ну как бы суд, не знаю, почему он так. Я думаю, что просто, наверное, испугались они. Ну, отец у меня 51 года рождения, в то время, ну, скажем, уже пожилой человек, да? Это получается сколько? 53 года. В лагерях. Ну, под чутким надзором, да, скажем? Ну, понятно, да, как бы... вообще, я отбывал наказание в Алтайском крае, да, в город Барнаул. Ну, понятно, что я находился под особым контролем, да, то есть я не мог совершенно выйти на работу, например, да.
Ну, последние два года я вообще находился в камере в одиночку. Там на меня завели, пока я сидел, да, завели еще одно уголовное дело. То есть у меня второй приговор есть. Ну, по сути, за ту же деятельность, да. То есть это религиозная литература, признали экстремистским, экстремистская литература. То есть призыв к исламу, перевернули это как призыв там, к терроризму, создание там, как это, ячейки, да? Сообщества, да, там? Да, и так далее. И, ну, применили 2.8.2. Да, сейчас, в принципе, даже интересная такая ситуация сложилась, да? То есть состав преступления, если так, ну, говорить, да, таким следственным языком, да, одинаковый, да, применяются различные статьи, да, то есть вот в 2004 году применили 10-ю статью, особо тяжкую, да, в 2010 году применили 282, это легкая статья, да, непонятно за что вообще преследовали, да. Я освободился в 2012 году, в феврале. В 2012 в этом году? Да. Дали 2 года административного надзора, то есть я вынужден ходить на отметку, отмечаться, да, соответствующий орган. Вот. На работу, естественно, я устроиться не могу никуда. Я нахожусь, моя фамилия находится в черном списке, да? Что-то там финансируешь терроризм, что-то такое, ну, какой-то страшный список. То есть я даже элементарно не могу, скажем, пойти в банк, открыть счет у тебя на счетную, да? То есть для меня это проблема тоже. До ареста я занимался предпринимательской деятельностью, да, была своя фирма, да? Но сейчас, вот на следующий день, я это не смогу делать, этим заниматься, да? Вот я получаю пособие по безработице, 977 рублей, я стою в центре занятости населения, как безработный. У меня была семья, 3 детей, жена, да. Ну, семья распалась, то есть супруга, ну, просто не выдержала, видимо, да. Родители, ну, пенсионного возраста люди, да, уже, они тоже очень переживают, да. Ну, ну, как сказать, они не видят просто будущего, да, скажем, не для меня, там, да, не для моих детей, например, да, в этой стране даже, понимаете, как. Получается, сейчас, то есть из нормальных людей взяли, сделали каких-то, ну, я не знаю, там, преступников, да, каких-то кровожадных, там, бандитов, там, не знаю. Народ. Да-да-да, вот. Булат, а вы в каком городе живете? Город Туймазы, да? Туймазы. Это мой родной город, я родился там. Я Рядинский Виталий Николаевич, русский по национальности. Несколько лет назад принял ислам и сразу же столкнулся с такой ситуацией, что попал в поле зрения ФСБ. Столкнулся с такой реальностью, что ко мне стал появляться повышенный интерес со стороны этой структуры. Но это выражалось в том, что постоянно дергали в отдел милиции, да, интересовались моими данными. Узнавали обо мне все, что только можно было узнать. Мои адреса, мои связи, мои знакомства, моих родственников. Я нигде никогда раньше не был осужден, не привлекался никакой уголовной ответственности до этого. И не понимал, почему такой повышенный интерес со мной со стороны правоохранительных структур и со стороны Федеральной службы безопасности. Это было уже на тот момент. То есть, ну, были, например, такие ситуации, что где-то что-то случалось, на Кавказе проходили какие-нибудь события, у нас почему-то в Башкирии начинали дергать, интересоваться, где мы были и что мы делали. Какое отношение мы к этому имели. Потом кульминацией всего этого стало тот факт, что в 2004 году я был задержан за якобы экстремистскую деятельность в составе одного уголовного дела вместе с Булатом. Хотя раньше мы с ним знакомы не были, познакомились только лишь на следственном изоляторе. Но по делу мы походили, как будто бы соучастники в одном уголовном деле. В обвинении звучали общие формулировки, типа экстремистская деятельность, там, целенаправленный раскол общества, попытка подрыва государственных устоев. В общем, общие такие фразы, да, и никакой конкретики. Когда я интересовался у сотрудников правоохранительных органов, да, а какие конкретные экстремистские действия мы совершали, на это мне конкретных ответов не давали, давались такие ответы. А ты можешь дать гарантию, что завтра вы что-нибудь не взорвете? То есть получается так, что нас посадили просто так, на всякий случай. Вот исходя из этих формулировок, да? То же самое на суде, да. Полностью был проигнорирован тот факт, что по отношению к нам применялись пытки в следственном изоляторе, да? То есть из нас выбивали показания, заставляли нас подписывать те или иные показания, выгодные для следствия. То есть фактически уголовное дело фабриковалось. В газетах понаписали всякую чушь,
многих таких вещей, о которых в уголовном деле даже не упоминалось. Например, тот факт, что мы якобы собирались всю Уфу отравить через систему водоснабжения, отравляющие вещества закинуть и всю Уфу отравить. В уголовном деле про это даже не упоминается. Ну, вот такие какие-то моменты, да. Потом постоянная опека продолжалась уже и после осуждения, да, то есть в лагере постоянно ко мне приезжали сотрудники ФСБ, меня вывезли за пределы Башкирии, далеко, в Забайкальский край. Там постоянно вот эта опека тоже, постоянно интересовались моими делами, постоянно допрашивали меня на предмет того, веду ли я какой-то призыв к исламу, да, рассказывали, что такое ислам. Мне это постоянно запрещалось, рассказывать кому-то что-то об исламе, да, об исламе. Угрожали тем, что если я буду это делать, я буду помещен в одиночную камеру, и ко мне будут применяться, ну, другие меры, так скажем, дисциплинарного взыскания, как это называется. Запрещалось ношение бороды, то, что там сам быт весь, так сказать, лагерный, не соответствует тому, как необходимо мне для исполнения своих религиозных обязанностей, об этом даже и говорить не стоит. То есть, например, запрещалось читать молитвы в определенное время, да, то есть определенный режим дня, вот в этот режим умещайся, если ты будешь читать молитвы в неустановленное для этого время, то за это будешь наказываться. Ну, было такое. Ну, и так далее, и тому подобное. Это вот уже непосредственно в самом лагере. Что касается моей жизни вот после освобождения, то как только я освободился, опять же столкнулся с такой реальностью, что ко мне начинают опять же проявлять повышенный интерес сотрудники правоохранительных органов. Непонятно по какой причине, вроде бы я все уже отбыл свой срок, да, никаких грехов за мной не числится. И тем не менее они постоянно ходят и терроризируют моих родственников, постоянно допрашивают, где я нахожусь и что я делаю, чем я занимаюсь. Хотя, ну, за мной никакого надзора, ничего нет. Ну, вот такой ревности. То есть устроиться на работу для меня теперь тоже является нереальным. Потому что, пообщавшись с ребятами, я понял, что даже те ребята, которые не привлекались к уголовной ответственности, но занимаются исламским призывом, да, то есть призывают людей к исламу, они сталкиваются с такой реальностью, что их просто увольняют с работы, не дают им устроиться туда. Вот та реальность, с которой я столкнулся сейчас. И поэтому я не вижу для себя сейчас никаких перспектив в этой стране тоже. То есть реальность такая, что мусульмане, ислам преследуется во всем везде. То есть политика государственная такая со стороны чиновников. А чего же вы добиваетесь вообще? Зачем приехали в Москву? Я хочу постараться изменить эту ситуацию и добиться отстаивания своих прав. Справедливости? Вынести это на общественность и добиться того, чтобы эта реальность не замалчивалась, и чтобы люди понимали о том беспределе, который творится сейчас, и чтобы этот беспредел силовые структуры не могли повторить в отношении других людей. То есть мусульман сейчас много, и в отношении их все это продолжает притворяться. Если притворяется в отношении меня, значит, может также повториться в отношении кого-либо другого. Если мусульмане будут понимать эту проблему и будут сообща работать над этим, да, то мы вместе сможем решить эту проблему. Но вам не страшно за свое будущее? Ситуация складывается таким образом, что нет, мне не страшно. И самому, и ситуация складывается таким образом, что у меня просто нет другого выхода. В данном государстве, да, предполагается свобода вероисповедания, да, свобода мысли, свобода идеологии и так далее, да. Я тоже так думал раньше, пока на себе я не испытал, да, то, что вот, на самом деле это просто пустые слова. Казалось бы, да, вот человек принимает ислам, очищает свои поступки, да, там, скажем, перестает, например, там, скажем, водку пить, да, перестает ходить дурака валять, например, да, начинает, например, нормально работать, смотрит своих детей, да, и так далее. Ну, нормальная, здоровая семья у него получается, по сути, да, казалось бы. А тут получается, что ты принимаешь ислам и потом начинаешь испытывать на себе какое-то давление. То есть, что ты такого сделал, почему к тебе такое отношение, да? А только из-за того, что ты, оказывается, призываешь к исламу. Ну, это же обязанность всех мусульман призывать к исламу. Об этом же Всевышний Аллах говорит в Коране, да, чтобы призыв шел, да? Мы же являемся свидетелями для людей. Хочется просто привлечь внимание, действительно, общественности, да? Внимание привлечь мусульман российских, да, что положение такое, да, на самом деле. То есть, как бы, говорится, что якобы вот
нет никакого притеснения, нет давления и так далее. Но на самом деле оно есть. Да? Сейчас, допустим, на сегодняшний день я просто по себе вижу, да, и по своим, скажем, братьям, сестрам, да, кого я знаю, например, да, такая, ну, как сказать, атмосфера страха существует, да, то есть запугивают мусульман сейчас. А мы разве что-то сделали плохое, разве мы какое-то преступление совершили? А вы знаете, просто сейчас, вот, скажем, вот на фоне последних арестов в Тумазах, да, то есть просто сейчас тихо сидеть, ну, придут за мной завтра тогда, понимаете? То есть, скажем, по бумагам, по официальным, я же рецидивист, понимаете, я же очень страшный уголовник теперь. Не просто я там отсидел 7 лет, я отсидел, еще и совершил преступление вторично, в месте лишения свободы, да, и я очень это, как сказать, ненадежный, неблагонадежный, потому что мне 2 года дали административного надзора, понимаете, как, да. Но за границу ехать. А зачем? Ты моя родина, почему я не уезжаю? Ты моя родина, почему я не уезжаю?